Ну как у тебя дела? Всегда хотелось бы, чтобы лучше было. Нам все хочется, чтобы было лучше. Корма ты начал заготовить? Да, уже готовил. Поскольку погода вернулась стандартная, я наблюдаю за нашей безалаберностью в сельском хозяйстве. В рулоны завернули сено, ну не в пленки, в рулоны, в сетку, и бросили на поле. Если ты рулон свернул такую погоду, ну его надо свести, под навес положить. Вчера еду, огромное поле, море этих рулонов, и ливень, все залил. Что надо с рулонами? Опять разворачивать надо. Он не высохнет, он промок уже насквозь. Поэтому надо же приспосабливаться. Я к чему это говорю? Я не собираюсь вас учить технологиям. Я говорю к тому, что корма будут некачественными, мы опять будем бороться с падежом скота. Смотри, чтобы по качеству корму, а так мы заготовим, объемы будут, но какого качества? Мы заинтересованы сами. Я знаю, что вы заинтересованы, и ты тем более, но получается порой наоборот. Вот на это обратите внимание. Качество, еще раз качество.